И снова всем здравствуйте. Я решил черемши себе на зиму маленечко приготовить. Вот сегодня принес. Сейчас я его помою, я его уже перебрал. Я там еще 2,5 пакета небольших. Ну еще столько же, наверное. Сделаю вот на 0,5 килограмма. Сейчас помою ее, потом сделаем рассол. И залью все в баночки. Рассол буду делать. Черный горошек добавлю. Кориандр, если найду сейчас у себя там. Соли столовую ложку на литр воды. Сахару. Ну, сколько сахару? 1,5 столовой ложки. Уксусу 9%, 4, наверное, ложечки, 3-4 ложечки пульну туда. Все, поперли. Итак, я туда запустил лаврушка, кориандр, щепоточка, перец горошком бросил, штук 6, 7, 8, вон там плавают. Все, ждем, когда закипит. Итак, забито все. Заливаю рассолом. Крышки туда и все дела. Все готово. Все залезло вверх. Сейчас утекать будет. Раз. Два. Три. Баста, карапузики.